Привет, ребята, вы на канале Я Попов. Сегодня я сниму видео. В эту карту я построил сам. Вон сколько машин. И здесь мы их будем проверять. Во-первых, на скорость. Как они будут хорошо поворачивать это. На управляемость. И, конечно же, разбивать их. Отсюда до туда. И посмотрим, сломаются ли они или нет. Да. Здесь есть вот столько куча машин. Но мы начнем с четырки третьей. Берем ключики. Садимся. Опа. Ой-ой-ой. Ставлю. Завести. И теперь мы едем. Так. Все. И... Ой. Ставлю таймер. И раз, два, три. Он заглох. Машина заглохла. Так что... ну, время, которое она почти доехала... 12 секунд, 79 миллисекунд. Значит, нужно взять этот незритовый меч, чтобы сломать машину. Вдруг еще какая-то заглохнет. Ладно. Вот этого я не предусмотрел, конечно. Эта машина может заглохнуть. Этого я даже и не знал. Ну ладно. Ой. Даже не успел ее разбить. Жалко. Ну ладно. Так, следующая четырка один. Ключи здесь такие же, так что поехали. А как завести? А все, завел. Значит, поехали. Так. Извините, заново нужно. Ай-яй-яй. Извините, ребята, большое. Сейчас поставлю время заново. Так. Вот. На старт. Внимание, марш! Довольно так медленно едет. И... 12. Нормально. Так. Теперь... Ну, такую даже и не разбить об это. Врезаться если. А жалко. Очень. Хотя бы не заглохло. Так. Поставим на свое место. Так. Заглушу. Все. Теперь поехали на четырке два. Завел. Теперь опять на старт, внимание, марш. Так, с 4-2 против 4-1. 4-3 заглохла. Это очень... Она тоже... Нет.
Фух. Ладно, давайте заново. Она опять чуть не заглохла. Раз, два, три. Ой, нет. Все, едем. Поворот. И... 12.26. Вот это... Она медленнее, чем 4.1. Значит, чем новее, тем хуже. Понятно. Значит... 4.1 лучше всего. Покупайте 4.1. Не пожалеете. Так, теперь поехали на Формула 1. Номер 1. Ой. Ну, поехали. Ого! Сразу видно, что быстрая тачка. На старт. Внимание! Марш! Ага. За 8.50. 8 секунд, 50 миллисекунд. Ого. Быстро. Такая может разбиться. Ого. Бабах. Нет. Так, теперь формула номер 2. Поехали. Ого. Не знаю, но по ощущениям она как будто бы быстрее стала. На старт, внимание, марш. Ого. Семь секунд 80, да! Оно реально быстрее становится. Прикольно. Так, с это формула номер 3. Да. Так, с это может за 6 секунд заедет. Ну, по ощущениям, она еще быстрее, не знаю, как на деле. Раз, два, три. И... За 7 секунд 64 миллисекунды. Нормально, оно реально быстрее. Ну, не настолько прям, что быстрее, но на сколько-то... Сколько это было... не помню. Вроде бы 7 секунд 80, а это 7 секунд 64. Ну, наверное, на 16 этих. Ладно. Так, это формула номер 4, да? Да. И поехали тогда. Ой. Тогда поехали. На старт. Внимание, марш. Такс, такс. Мы едем на формуле номер 4. И... 7 секунд 52! С формулами оно реально быстрее. Ну, правда, это не очень быстро стало. Ну, ладно. Что ж, с кем не бывает. Только с этими работает. Наоборот, с четырками. Так что лучше не покупайте четырку. Номер 3, не знаю, может это оно просто... Просто такое это попалось. Брак какой-то, ну не знаю. Оно реально, четырка номер 1 выиграла. Ой, номер 1, просто 1. Теперь Land Cruiser. Круизер. Берем ключик. И...
Открываем, садимся, заводим. Немного. На старт, внимание, марш. Ой. Долго убивать и нормально машина. Но не знаю, какая она быстрая. Раз, два, три. Поехали, поехали. Поехали, поехали. Слышите? Как будто бы трактор какой-то. За 12 секунд и 7. Ну, в конце я скажу самую быструю машину. Мне кажется, это будет формула номер 4. Медленная эта тачка. Круизер. Так, теперь Volkswagen Bentley. Я понял. Без вопросов. Сюда. Багаж здесь поменьше, конечно. Тоже нормально. Ну, сразу быстрее, чем-то. Ладно, прошлая машина была 12 секунд, 7 этих миллисекунд. И теперь это. Раз, два, три. Ну, руль здесь поворачивается лучше всех. Ой-ой. Оно на это и занесло. Ой. Ну, почему-то Бентли медленнее. Хотя так она побыстрее, как будто бы. Она 12 секунд 17. Ну, ладно. Теперь поехали на оффроад. Впервые слышала такое. Ладно. Так. Открываем двери. Садимся. Ложим ключик. Точнее, заводим. Ого! Быстро. Раз, два, три. Ого, ого! Это самая быстрая машина. 7 секунд 27. Быстрее, чем Формула 4. Так что она самая пока что крутая. Самая быстрая. Оффроад. Какую машину я не знаю, но ладно. Так, теперь микроавтобус. Садимся. Извините, ключик. Так, садимся, заводим. Хотя гудит, как будто бы трактор. Раз, два, три. Нет, заново. Раз, два, три. Это самая быстрая машина. Микроавтобус самый быстрый. 6 секунд, 91 миллисекунда. О, быстро, очень быстро. Теперь берем Mitsubishi Pajero. Ключик. Открываем, садимся, заводим. Ну, пока что микроавтобус самый быстрый. Хотя Mitsubishi тоже гонит. Раз, два, три. Нет, оно тоже одно из самых быстрых.
На третьем месте Mitsubishi. Но она 6,93. Жаль. Хотя, что жаль? Так, теперь Vespa Primavera. Такую машину я тоже не знаю. Точнее, мотоцикл. Ну, это мопед вообще. Ну, ладно. Название у него такое. Кстати. Ого, мне кажется, самое последнее, самый последний мотоцикл, он самый быстрый. Ну, раз, два, ой, удар. Раз, два, три. Ну, не так уж и быстро. 7 секунд, 85 секунд. Теперь последний. Как мне кажется, самый быстрый. Вольт мотоцикл. Садимся. Ого, ключ. Здоровый. Ну ладно. Заводим. Чего? Ладно, раз, два, три. Это самое медленное, что было в моем видео. И лаганое какое-то. 13 секунд, 62 секунды. Что за отстой? Ладно. Ну, получается, победитель нашего этого происходит. Volkswagen Bentley. Или можно, конечно, сказать. Короче, говорю на раз, два, три. Раз, два, три. И это микроавтобус. Уже ставьте лайки, думаю, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! Еще здесь тогда для вас песня. Подпишись на меня и лайк поставить не забудь. Если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Подпишись, все будет классно у тебя!